Всем привет! Вы на канале Workout, меня зовут Маргарита, и с вами воскресная рубрика «Фитнес-лаборатория». А мы продолжаем готовить по рецептам наших подписчиков. И сегодня мы приготовим суп-пюре из брокколи от Алены. И первым делом поставим вариться куриный бульон. Натираем морковь на терке и мелко режем лук. Брокколи по праву считается королевой капусты, так как содержит в себе множество полезных свойств. Например, в брокколи очень много витамина С и омега-3 жирных кислот. Брокколи – отличный диетический продукт, прекрасно насыщает и притупляет чувство голода. К тому же на 100 грамм всего лишь 29 килокалорий. Готовое мясо вынимаем из бульона, остужаем его и режем небольшими кубиками. Добавляем в бульон зажарку и брокколи. Добавляем соль и перец по вкусу. Наш суп почти готов. Осталось добавить сливки и взбить блендером. Добавим курицу и сыр и украсим базиликом. Наш суп уже готов. Не забывайте присылать и ваши рецепты к нам на почту. С вами была Фитнес-лаборатория. До встречи, пока!